Этот Альфард подвергся глубочайшим переделкам. Прежде всего, снаружи вы уже наверняка заметили, что он полностью лишен хрома. Это называется антихром. Все, что было хромированное, стало теперь черным матовым. На фоне общего черного глянца смотрится весьма интересно. Диски, обрамление вокруг окон, стекол, ручки дверей, абсолютно все. И это не просто оклейка дешевой матовой пленкой, это настоящий антихром с полным перекрасом. Посмотрите, сколько мелких элементов на решетке радиатора. Также весь кузов покрыт защитным слоем полиуретана. Посмотрите, как он глубоко блестит и как хорошо отражает цвета. Полностью защищенный кузов теперь будет от попадания камней, сколов, потертостей, царапин. Все защищено.